Слава Шикуру Шагуранге, слава Шикуру Шагуранге.
जय राधा माता कुंज बिहारे राधा माता कुंज बिहारे जय राधा माता कुंज बिहारे राधा माता कुंज गति जान बाला गिरिवर धारे गति जान बाला गिरिवर धारे गति जान बाला गिरिवर धारे गति जान बाला गिरिवर Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Dhamma Jaya Kunda Jaya Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Нараянам намаскритя Нарам чева нараттамам Девим сарасватим вьясам Тато джая мудираят Сегодня продолжаем читать пятую главу первой песни Шримад-Бхагаватам. Она называется «Нарада дает висады и наставления по Шримад-Бхагаватам». Сегодня у нас 15 стих. Джугупситам дхарма крите нушасатахам Джугупситам дхарма крите нушасатахам Джугупситам дхарма крите нушасатаха Джугупситам дхарма крите нушасатаха Свабхава рактасья махан вятикрамаха Свабхава рактасья махан вратикрамаха Свабхава рактасья махан вятикрамаха Варактася маха яти крама Ядвакья тот харма ити тарахтхито Ядвакья тот харма ити тарахтхи Ядвакья тот харма ити тарахтхито Ядвакья тот харма ити тарахтхит Наманьяте тасья ниваранам джанахам Наманьяте тасья ниваранам джанахам Джугупситам дхарма крите нушасатахам
джугупситам дхармакрите нушасата свабхаварактасья махан вьятикрама свабхаварактасья махан вьятикрама Ядвакьятон дхарма ити тарахастхито, Ядвакьятон дхарма ити тарахастхито, Наманьяте тасья ниваранам джанахам, Наманьяте тасья ниваранам Джугупситам дхарма крите нушасата, Джугупситам дхарма крите нушасата, Свабхава рактасья махан вьятикрама, Свабхава рактасья махан вьятикрама, Ядвакьято дхарма ити тарахастхито, Ядвакьято дхарма ити тарахастхито, Наманьяте тасья ниваранам джанаха, Наманьяте тасья ниваранам джанаха. Пословный перевод. Джугупситам. Поистине бессмысленно. Дхарма крите. С точки зрения религии. Анушасатахам. Наставлением. Свабхава рактасьям. Естественно склонным. Махан. Большое. Вьятикрамаха. Безрассудство. Ятвакьятаха. По чьим наставлениям? Дхармаха. Религия. Идти. Таким образом. Итараха. Обыкновенные люди. Стхитаха. Утвердились. На. Не. Маньяте. Думают. Тася о том, ниваранам, запрещение, джанаха, они. В людях от природы заложена склонность к наслаждениям, а ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Это предосудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах. Комментарий Шрила Прабхупады. В этом стихе Шрила Нарада осуждает Шрилу Ясадеву за то, что в основу составленных им различных ведических писаний он положил регулируемую кармическую деятельность, как это описано в Махабхарате и других произведениях. Естественно, что из-за своего длительного контакта с материей в течение многих жизней люди по привычке стремятся утверждать свое господство над материальной энергией. Они не чувствуют ответственности, которую налагает на них человеческая форма жизни. Человеческая жизнь предоставляет шанс вырваться из тисков иллюзорной материи. Назначение вет – указать дорогу домой, обратно к Богу. Вращение живого существа в цикле перевоплощений, состоящем из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни – это тюремное существование осужденных обусловленных душ. Человеческая жизнь дает шанс вырваться из этого заточения, поэтому единственным занятием человека должно быть восстановление своих взаимоотношений с Богом. Так что никогда не следует поощрять человека в его стремлении удовлетворять свои чувства под видом отправления религиозных обрядов. Если человеческая энергия таким образом направляется в неверное русло, это сбивает с истинного пути все человеческое общество. Шрила Ясадева авторитетно разъяснил веды в Махабхарате и других писаниях, и то, что он поощряет чувственное наслаждение в той или иной форме, является величайшим препятствием на пути духовного развития человека, потому что большинство людей не согласится отречься от материальной деятельности, служащей причиной их материального рабства.
На определенном этапе развития человеческой цивилизации, когда такая материальная деятельность, совершаемая под видом религии, а именно жертвоприношение животных под видом яги, приняла слишком большие масштабы, Господь пришел сам в облике Будды и отверг авторитет вед, чтобы прекратить жертвоприношение животных, совершаемое от имени религии. Нарада предвидел это и потому осудил подобные произведения. Любители плоти животных до сих пор приносят их в жертву перед изображением какого-нибудь полубога или богини и называют это религией, потому что некоторые ведические писания рекомендуют такие регламентированные жертвоприношения. Подобные рекомендации даются для того, чтобы отбить у людей желание поедать плоть животных, но постепенно цель этих религиозных обрядов забывается, а боин становится все больше и больше. Это происходит потому, что глупые материалисты не желают прислушиваться к словам тех, кто действительно способен объяснить смысл ведических обрядов. В ведах ясно говорится, что ни бурная деятельность, ни накопление богатств, ни даже многочисленное потомство не могут сделать жизнь человека совершенной. К совершенству может привести только отречение. Материалистичные люди пренебрегают этими предписаниями. Они считают, что так называемая жизнь в отречении – удел тех, кто в силу каких-либо физических недостатков не способен зарабатывать себе на жизнь, или для тех, чья семейная жизнь сложилась неблагополучно. Конечно, в таких исторических повествованиях, как Махабхарата, наряду с материальными вопросами обсуждаются и трансцендентные. В Махабхарату входит Бхагавадгита, и на высшее развитие идеи Махабхараты достигают в заключительном наставлении Бхагавадгиты, где говорится, что нужно оставить все прочие занятия и полностью предаться лотосным стопам Господа Шри Кришны. Но порой людей с материалистическими наклонностями больше привлекают политика, деятельность, направленная на экономическое развитие и филантропия, упомянутые Махабхарате, а не самое важное в ней – Бхагавадгита. Здесь Нарада открыто осуждает Вьясадеву за то, что он пошел на компромисс, и советует ему прямо провозгласить, что человек прежде всего должен понять свои вечные отношения с Господом и без промедлений предаться ему. Человек, страдающий какой-то болезнью, почти всегда привязан к той пище, которая ему вредна. Опытный врач никогда не идет на уступки такому больному и не разрешает принимать противопоказанные ему продукты даже в небольшом количестве. В Бхагавадгите также говорится, что человека, привязанного к кармической деятельности, не следует побуждать оставить свои занятия, потому что постепенно и он сможет достичь уровня самосознания. Это иногда справедливо и по отношению к людям, занятым исключительно сухим эмпирическим философствованием и не стремящимся к духовному самосознанию. Но это далеко не всегда рекомендуется тем, кто встал на путь преданного служения. Омагьяна тимирандасья генанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри читанья манамиштам стабитам ена бутале своем рупах кадамахьям дадати сва падантикам Ванча калпа тарабьяшча, крипа синдобья эвача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шривасади Гура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама-рам. Намамишна-вада Кришна-прештая Бутталеша Матри Бхакти Веданта Свами Нити Намины Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарина Нирвишишишиньавади Пашчатиады Штарина. В людях от природы заложена склонность к наслаждениям. А ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Это предосудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах. Итак, наставление Нарады Муни Вьясадеве, Шри Вьясадеве, являющимся его учеником.
сегодняшнем стихе Нарада Муни дает очень отчитывает, да, из Шиласадео. И если вот разобрать подробнее санскрит, слова санскрита, то он достаточно суровый, суровые слова говорит. Джугупситам, да, начинает стих, джугупситам, что может переводиться как отвратительно, ужасно, просто ужасно, омерзительно, отвратительно. Вот, и также ятикрамага, безрассудство. Безрассудно, да, без какого-то осознания, размышления, без применения разума, полностью безрассудно, совершенный поступок. Так он говорит Шрисадеве, воплощение Бога, да? То, что ты сделал, ужасно, отвратительно и безрассудно. То, что ты составил веды в таком виде, как ты их сделал. Вот, и он объясняет это почему. Почему? Это ужасно, потому что люди, они будут склонны принять вот эти наставления, которые им нравятся. И они принимают наставления самые простые, самого низкого уровня. Вот, а потом они даже забудут о запретах, да? Просто эти наставления говорят, что это религия, что вот это и есть религия. Вот совершать вещи, которые очень далеки от религии. К этому могут привести Писание, Священное Писание. Поэтому Писание, да, которые находятся в разрыве с парампорой, да, с цепью духовных учителей, которые могут объяснить смысл Писания, да, они превращаются в псевдорелигию, да, их трактуют какие-то личности определенным образом, и то, что у них заложено Богом, оно полностью извращается. И Нарада Муни объясняет здесь, что ни в коем случае не следует поощрять человека в деятельности в карме, в гьяне, да, своим авторитетом. Да. Если у нас есть какой-то авторитет, и мы поощряем человека именно просто к занятиям, какой-то деятельностью, то это будет усиливаться, да, влияние наших слов еще многократно усиливается благодаря нашему авторитету личности. Вот, и это будет приниматься как наставление, как духовное наставление, и будет утрачиваться смысл своей деятельности. Вот, и поэтому иногда вот такие резкие высказывания, да, присутствуют, такая проповедь, да, что ни в коем случае нельзя это делать. И мы знаем, что Шрила Прабхупада, он часто тоже очень резко высказывался. Но нужно понять, что святые личности делают это из любви, эти высказывания, из любви, да, чтобы сказал, да, как отрезал. То есть отрезал все лишний смысл, непонятное толкование, утвердил. Однажды к Шриле Прабхупаде пришел один преданный, это богатый человек был, господин Сетхи. Он был вайшнавом тоже, но он тоже своеобразно практиковал, то есть просто формально как что-то делал. Но он искренне был человек. Вот он пришел на даршан Прабхупаде, и ну, они общались с ним. И Шрила Прабхупада, он понял, что его практика, она ни в чем не заключается. Он спросил, ну как вы живете? Вот вы говорите, что тоже признаете это Кришну, практикуете. Как вы живете? Как ваш день распланирован? Тот сказал, ну, я просыпаюсь, выпиваю чашечку кофе, читаю газеты, иду на работу, вечером прихожу, там что-то делаю тоже дома. Шрила Прабхупада сказал, ну, а чем ты тогда отличаешься от свиньи, господин Сетхи?
Объясни мне. Так, ну, очень грубо, да, может казаться. Вот, но поскольку это он с любовью сказал, господин Сетхи как бы подумал, да, действительно, чем я отличаюсь, а что я должен делать? Шрила Прабхупада ему объяснил, что жизнь, она не просто предназначена, чтобы, да, просто работать как-то, думать, что я религиозный человек, иногда там приходить в храм. Как он здесь тоже говорит, да, человеческая жизнь дает шанс вырваться. И единственное занятие человека – это восстановление отношений с Богом. Вот, а не удовлетворение чувств. Вот, и многие люди хотят благословений именно на удовлетворение чувств. Однажды Шрила Прабхупада ехал в поезде. Вот. Ехал с... Пару учеников было, они в купе зашли. Один индус увидел, что садху, да, и он захотел попросить благословений. Благословение на счастливую жизнь. Да. И он к Шриле Прабхупаде приставать стал. С вами же дайте мне благословение, дайте мне благословение. Ученики знали, что, ну, Шрила Прабхупада не любит такие вот, где они его так не пускали. Но тот прорвался, в конце концов, в купе, так поклонился. Сказал, дайте мне, пожалуйста, свое благословение. Шрила Прабхупада сказал, хочешь благословение? Хорошо. Я благословляю тебя, что вся твоя материальная жизнь с этого дня полностью будет разрушена. И тот изменился в лице. Я не хочу такого благословения. Шрила Прабхупада говорит, а у меня других нету. Иди. И вот последние годы жизни на земле, да, Шрила Прабхупада, он проповедовал часто, вот в Индии он как раз проповедовал, турне было. Потом он еще поехал в Канаду, в Америку, там тоже много индусов собиралось. И он очень тоже, так же, как вот Нарада Висадеви, очень категорично их отчитывал, да, что вы оставили, да, свою родину, надежде просто больше удовлетворять чувства. У вас сейчас появились машины, какие-то там телевизоры и прочие вещи. Но на самом деле вы родитесь просто тараканами в следующей жизни в своих машинах. Вспомните свою дхарму. Почему вы оставляете путь дхармы? Да? Почему вы оставляете путь дхармы? Не отвергайте наследие, не отвергайте культуру сознания Бога, сознания Кришны. Это единственное, что реальность в этой жизни. Единственное, что есть в этой жизни. Вот, и Нарада объясняет, да, Висадеве, почему же ужасно оставить, да, вот эти веды, и почему он не чувствовал удовлетворения от написания. В том, что вот эта склонность к наслаждению чувств, она присуща человеку. Здесь говорится «свабхава рактасья», естественно склонный. «Свабхава», да? «Свабхава» – это моя природа, естественное настроение. Люди естественно склонны наслаждать чувства, потому что этот мир так устроен. И что любое действие, оно будет вызвано этим. Почему? Потому что... вот эта сама жажда наслаждения, она вызывается определенной причиной. Для самой жажды наслаждений существует то, что порождает ее, да, порождает ее. Это вожделение, кама. Кама, которая, в свою очередь, является следствием обмана, самообмана. Обман в том, что человек отворачивается от Бога, от Кришны. Отворачивается и хочет жить сам по себе, хочет жить сам по себе. И проблема не в том, что мы хотим наслаждаться, да? Потому что это не проблема. Все хотят быть счастливыми, наслаждаться, и это на самом деле природа души. Природа души. Проблема в другом. Проблема в том, что мы хотим наслаждаться независимо от Бога. Только единственная проблема – независимо от Кришны. Но поскольку мы никогда не можем быть независимыми, да? Никогда не сможем быть, то что мы делаем? Мы обманываем, да, мы притворяемся независимыми.
обманываем Бога, обманываем сам себя. Вот, и в конечном счете именно это притворство, да, и является проблемой, источником вожделения, источником вот этого желания, вот этой природы, что, склонности наслаждать чувством. Самая главная проблема, что я считаю себя Богом, я сам Бог, да? Сам Бог, независимо наслаждающийся, что. И поэтому я думаю, что так и должно быть, все так все быть устроено. И это глубоко укоренено в нашем уме, который является просто, просто машиной, да, наш ум, который нам Кришна дал, такой компьютер, такое устройство, чтобы мы могли вот это реализовать, вот эту свою программу, стать Богом, да. И мы видим, что да, склонность такая есть, вот эти, убирать минимальные стандарты, Я могу сказать, некоторые брахмачари, да, которые вот сейчас ушли из ашрама жить, когда они уходили, они говорили, что я буду продолжать активно там приходить, буду распространять книги, буду все делать, да. Но реально, как бы оказавшись, да, просто наедине в материальном мире, да, живя как-то пытаясь устроиться в этой жизни, то есть они уже какой-то более низкий стандарт, потом еще более низкий. И уже просто, ну, как-то поддерживает духовную жизнь, да, просто повторять мантру, успеть, да, ну, что-то еще там сделать, прочитать. То есть это склонность, это не то, что кто-то виноват в чем-то, да. Любой человек, не имея, да, сатсанги, общения, должно. Он выберет какой-то самый минимальный уровень, И все равно как-то будет пытаться быть счастливым, да, пытаться удовлетворять чувства, ну, под видом религии, Об этом говорит Нарада Муни. И мы должны заметить эту склонность, да, себе, и должны знать, как ей противостоять, да. Потому что вот этот минимальный уровень, который мы убираем и продолжаем наслаждать чувством, он будет, что делать? Будет питать материальное желание. Да? Наше повторение мантры, мы будем этим повторением поливать вот эти сорняки, вот этих желаний наслаждаться, которые у нас в множестве присутствуют. И в конечном счете Ачарья объясняет, что эти сорняки, они задушат Лиана Бхакти, да? Сама Бхакти задушит. Поэтому нужно знать вот это понятие, что вот эти желания, карма и гьяны, должны, наоборот, уменьшать. Шрила Прабхупада говорит об отречении, да, в комментарии, что к совершенству может привести только отречение. Отречение тоже должно пониматься правильным образом. Что такое отречение, да, сознание Кришны? Отречение через привязанность, к Богу. Эта привязанность возможно только получить в общении со святыми. Вот, и Ачютая Махапрабху недавно как раз по этому стиху объяснял такую вещь, что есть несколько видов наставлений в шастрах. Есть несколько видов наставлений, которые даются в шастрах. Есть очень сильные наставления, есть более слабые наставления. И на санскрите они три вида основных. Да, и есть еще какие-то подкатегории, три вида основных. На санскрите первое звучит апурва-витхи, вид наставлений, который приводит в Священное Писание. То есть, если говорится такое, что если ты хочешь достичь какой-то цели, да, если хочешь получить освобождение, если хочешь обрести любовь, Бога или еще что-то, делай так. Дается метод, дается наставление, утверждение, что если ты хочешь получить эту цель, делай так. И метод приводится, апурва-витхи. Второе – нияма-витхи. Это наставление, которое является прямым наставлением, отвергающим все другие альтернативы. То есть только это, только предайся, да? Например, ты должен предаться
Все, никаких компромиссов. Нияма Витхи. И третий вид наставлений – Парисандха Витхи. Парисандха Витхи. Это наставление с уступками. С уступками. То есть, если второй вид, да, что это никакой альтернативы, то тут даются альтернативы Парисандха Витхи. Делай так, да. Но если ты не можешь делать так, то можешь делать вот таким образом. Если не можешь и так, то делай таким образом. Парисандха Витхи. И вот этот именно третий тип наставлений Шрила Васудева как раз преимущественно, да, и применял в ведах, да, который написал. То есть он дал вот это третье, и при этом не дал второй вид, да, прямых наставлений нигде нет в Махабхарате. Ну, или их очень мало, да, вот как в Бхагавад-гите, не скрыто их еще, нужно понять. Нужно понять правильным образом. Вот и опасность как раз вот этих наставлений. Нарада Муни говорит, что ты вот поощрял вот этими наставлениями вот эту склонность, да, наслаждать чувства под прикрытием религии, вот этим видом наставлений ты поощрял. Опасность-то в том, что ученик, твои ученики, да, все, кто будут следовать этому, будут скатываться на самый-самый низкий уровень наставлений. А потом уже и вообще они запреты будут вычеркивать, да, из Писания. Как, например, известный факт есть, что в Библии было знание о душе, природе души. Вот. Но вот в 400 году нашей эры был совет при императоре Константине, собор, так сказать, который... И он решил немножко подреформировать Библию. И кое-какие наставления они оттуда удалили. Именно знания о душе тоже удалились, стихи оттуда. Под предлогом того, что это будет непонятно людям, и это будет поощрять у них плохие действия, что безответственность. Подреформировали. Потому что все священные писания, ну, не отличаются по сути своей ни Библии, ни Коран, ни Бхагавад-гита. Вот, но насколько они доходят на нас, не скажу на виде. Это надо еще, да, обратиться к этому, посмотреть. Если нету, да, парампары, нету преемственности, то трудно понять такие писания. Например, даже трудно понять какие-то книги, которые без комментариев, да. Например, это вышло лет 10 назад книга Гауранга. Гауранга, называлась Гауранга, «Послание любви». Вот, и там хорошая книга, да, она описывает, в принципе, если так подумать, игры Господа Чайтаньи, ну, без комментариев, просто вот Маджана взяла только вот игры, художественно их обработала, перевела ее, такое литературное произведение. И очень приятно читать, но когда читаешь, ты ничего не понимаешь, на самом деле, что вот эти игры, так вроде они привлекательны, но ничего не понятно, почему это делает Господь, как там, и какие-то сокровенные вещи описываются. И вот Чайтанья Чаритамрита Прабху на одной намахате сказал, что ну, я не рекомендую вообще читать такие книги, потому что ну, вы можете как бы с мирской точки зрения это все воспринять, да, вот эту книгу, не понимая, как бы, ну, только хуже, наоборот, будет. Вот, то есть очень важно объяснение. Вот, и Шрила Прабхупада, он все прокомментировал, да, Священное Писание с точки зрения бхакти, с точки зрения преданного служения, да, что он объясняет, что бхакти – это обмен любовью живого существа, да, с верховной личностью Бога, обмен служением, через служение с верховной личностью Бога. И бхакти является основной потребностью и побуждением каждого живого существа. А любая деятельность не связана с преданным служением. Любая деятельность, да, абсолютно. Она материальна. То, что не связано с преданным служением, это материальная деятельность. Вот. И поэтому Нарада Муни, он говорит, что ты должен написать Шримад Бхагаватам.
Шримад Бхагаватам, где говорится о бхакти, да, прямо, и ничего другого не говорится, да. И Бхагаватам такое писание, где не говорится ничего, кроме бхакти, кроме преданного служения. И приводятся прямые наставления, истории, связанные с Лилой Кришной, и преданных, которые подтверждают, вот эти прямые утверждения. Вот, и деятельность в преданном служении, она направлена на удовлетворение желаний Бога, да, желаний Кришны в конечном итоге. Вот, и поэтому она, по сути своей, да, принадлежит внутренней энергии Бога, по сути своей. И как бы она выходит за грани этого мира, выходит за грани материи, материального мира. Вот. И вот эту тему как раз развивает, да, Бхагаватам. И мы должны вот это понять, да, что преданное служение, оно направлено на удовлетворение Кришны, желание Бога, и выходит за грани, потому что за грани материального оно является частью внутренней энергии Бога. Частью энергии Бога. Вот. И эта энергия, она исходит из Кришны непосредственно. Энергия Хладини Шакти. И доходит до нас именно по цепи ученической преемственности. Она доходит до нас таким образом. Через преданных. А эту энергию невозможно было как бы войти с ней в контакт никаким другим образом. Никаким другим образом. Невозможно соприкоснуться, да, с энергией преданного служения. Поэтому, если нету преданных, есть какие-то мирские понимания религии, они будут скатываться на удовлетворение чувств под прикрытием религии. Под прикрытием религии. То есть, зачем нужен Бог? Затем, чтобы Он давал, да? Дай нам хлеб наш насущный на каждый день. Дай нам то, дай нам все. Здоровье, деньги, хорошую семью. Вот и прочие вещи. В принципе, большинство религий, они как бы такого уровня и происходят. И только редкие святые, представители святые, да, в этих религиях, которые, как правило, живут где-то в уединении и тоже общаются с подобными личностями. Они дают суть религии, да, что надо служить Богу без всяких условий. Без всяких условий. Амагуру Махарадж рассказывает веселый пример, да, как вот как эта религия прививается, формальная религия. Жил один мальчик Иван. Вот, и он попросил, наступило лето, и попросил мамы велосипед. Мама сказала, православная, да? И мама сказала, что, ну, сейчас не могу тебе купить велосипед. Но он очень настаивал. Да, дай велосипед, дай велосипед. Вот, мама сказала, ну, вот попроси, молись Иисусу, может, получится тебе получить велосипед. И он пошел, где у них дом висели иконки. Стал молиться Иисусу, Иисус, дай, пожалуйста, велосипед мне. Подумал, что надо закрыть глаза, помолиться. Молился, открыл глаза, нету велосипеда. Он стал молиться, Иисус, я, знаешь, что я буду хорошим мальчиком. Я, наверное, плохо себя вел, ты мне знаешь, я буду хорошим мальчиком. Дай мне велосипед, пожалуйста, закрыл глаза. Открыл, нету велосипеда. Вот. И он немножко разозлился. Сказал, ну, Иисус, я же вот свое дело же выполняю. Я же тебя молюсь, прошу, почему ты свое дело не выполняешь? И у него зазрел такой план, он пошел в церковь. Там встал около иконы Богоматери. Смотрел, пока никого нету. И он схватил эту икону и украл. Украл из церкви. Пошел домой, спрятал ее. Подошел к Иисусу. Как он Иисус? Сказал, Иисус, знаешь, если ты хочешь обратно получить свою маму, то дай лучше мне велосипед.
То есть поначалу, да, люди просят, просят, а потом они уже даже таким образом, да, начинают обвинять Бога и поступают, ну и с другими верующими поступают таким образом. Вот, это религия в понимании людей. Вот, но мы сознание Кришны, мы не проповедуем, стараемся карму и гьяну, даже какие-то косвенные методы проповеди, как говорят. Ну, преданные так не делают, они не говорят, что вот, повторяйте Хари Кришны, у вас на работе будет лучше. Может, тут, конечно, так и делают, но это не совсем правильно. У вас там и здоровье улучшится, и ненежка пойдет, там и что-то такое. И мы говорим, повторяйте Хари Кришны, будьте счастливы, да? Имея в виду духовное счастье, счастье души. Вот, и мы даем знания, знания. В принципе, знание, оно не относится к какой-то секте, да, к какой-то части индуизма, или еще кто-то может понимать, да. Тут совсем ни при чем, какой-то индуизм или еще что-то. Веды, это и переводится как знание, веды и знания. Но мы даем также понимание сути вед, да, и цели вед. Кришна говорит в 15 стихе, 15 главы, да, Бхагавад-гиты, что я цель вед, я суть вед. Вот. Веды значит знание. И знание, оно не может быть какого-то ну, раздела, какой-то культуры. Оно просто существует, просто объективно существует знание. Ну, например, можно такой пример, что знание от математики, да, что если человек хорошо знает математику, короче, ученый математики, ну, это вообще не значит, что он индуист. Потому что, ну, в ведах, например, тоже есть там разделы математики какие-то. Ну, человек знает математику, значит ли это, что индуист? Нет. Или если человек закончил университет в Америке, а кто-то закончил университет в России, да, значит ли, что у человека, кто закончил в Америке, американское знание, а кто в России, у него русское знание? Что есть американское знание, есть русское знание. Нет, знание, оно и есть знание. Вот. И мы проповедуем тоже знание. Какое? Наше тело меняется, да? После смерти душа, она не умирает, перейдет в другое тело. Это не является индуизмом, да, это факт. Это просто знание. Вот. И это не часть сектантского знания. Просто знание. И мы это проповедуем. Но мы проповедуем это с позиции бхакти, да, позиции бхакти. То есть мы даем сразу самое сокровенное знание. Сокровенное знание, оно имеет свои разделы, да. И первая часть сокровенного знания – это вот, что я душа, духовная по природе. А душа – частичка Бога. И дальше оно может углубляться, сокровенная часть, по какие могут быть отношения с Богом, прочее, прочее, прочее. Так что тут нет вопроса о каком-то сектантском понимании или еще что-то. Просто знание, но знание с позиции бхакти. То есть мы отвергаем неправильное понимание кармы и гьяны. Да? То, что мы не говорим, что есть счастье в этом мире, да? Что его нету. Тоже знание. Не говорим, что можно как-то, да, с помощью религии стать материально счастливым. Нет. Говорю, что можно стать счастливым, но это счастье имеет другую природу. И это цель человеческой жизни. Вот. И наша вера, она не является без основы, да? Без основы какой-то. Потому что вера без основы, если она будет фанатична, просто фанатична. И многие поэтому вот представители разных религий просто фанатики, просто фанатики. Вот, они думают, что смысл духовной жизни просто слепо следовать чему-то, слепо, да? Не думая, причем не думая ни о чем. Просто вот говорят, и не надо думать, нужно это Богу, не нужно, как, да? Слепо следовать. Но при этом мы не должны представлять, что тот, кто всему следует, это фанатик. Да? Например, какой-то преданный серьезно следует всем наставлениям, и он узнает, вот фанатик.
Нет. Фанатизм – это что? Фанатизм – это как раз действовать, не понимая, что ты делаешь, не понимая. То это фанатизм. Если преданный делает, не понимая, да, какой-то обряд, то это фанатизм. Но если преданный знает и серьезно следует, то не фанатик, он серьезный преданный. Если мы должны, наоборот, стремиться общаться с ними. Но если мы делаем, да, чего-то, не понимая, вот это фанатизм. Вот. И этот фанатизм может проявляться тоже в отношениях с духовным учителем, да? Что мы просто думаем, что надо слепо следовать гуру. Вот это настоящая как бы практика. Просто слепо следовать, не разбираясь, да, в его наставлениях, не понимая. Это неправильно. И настоящий учитель, он не говорит, что вот все, вся ваша ответственность я беру на себя, да? Переложить всю ответственность за свои действия на меня, просто вот следуйте. Я вам что-то вот я сказал, вы слепо следуйте, делайте, я за это ответственен. Нет. Мы ответственны сами за свои поступки. И Кришна, он говорит тоже в Бхагавад-гите Арджуне, в конце, да, он говорит, я тебе все рассказал, все знания, все наставления тебе дал. Теперь, пожалуйста, ты свободен. Выбирай. Поступай, как считаешь нужным. Кришна не сказал, что вот. Он ему сказал, просто предайся, да, все. Но дальше он сказал, вот это знание, но поступай, как ты считаешь нужным. Твоя ответственность, да. Вот, поэтому мы должны осмыслить. Ну, мы это и делаем, да, вот. Каждый день вот мы разбираем. Несколько, один, да, стих Шримад Бхагаватам, несколько, осмысляем, как же вот это, какие наставления. Вот, у нас остается свобода воли. То есть, и мы можем, как вот люди обманывают себя, да, занимая положение Богом, но мы можем также свободу воли, вот эту, не применять разум и обманывать себя в духовной жизни. Каким образом? Что мы просто будем думать, что можно дешево прийти в духовный мир. Просто, да, типа, что вот я вот уверовал, я все как бы принял, что-то я делаю и буду прогрессировать. Да? То есть это называется игра в предание, обман. Что внешне я заявляю, что я предался, а по сути своей я как бы не ответственен за свою духовную жизнь, да? Я не развиваю отношения с Богом, я не медитирую, да, вот наставления не понимаю, что они даются для того, чтобы я лично развил отношения с Богом, да? То есть Шрила Прабхупада говорил, что вы полетите, в момент смерти каждый на свой самолет сядет, на своем самолете полетит. Не то, что вот как-то вас вот так вот вытянут. Нет, сядь на свой самолет, и ваше желание, как бы, Кришна смотрит, что ты хочешь, он будет исполнять ваше желание смерти. Но человек, не меняя свои желания, просто вот так перекладывая ответственность свою, думает, что это предание, что это, просто что-то механически делать. Это тоже неправильная позиция. И преданное служение, оно удивительно, да, по своей природе. Почему? Потому что результат преданного служения является преданным служением. То есть результат преданного служения – преданное служение. Суть в том, что оно никогда не кончается. Даже мы можем завершить какую-то деятельность, но это не значит, что мы закончили служение. Тогда как материальная деятельность, да, если мы чуть-чуть какой-то процент не доделали, она полностью бесполезен, результат. Да? Если, например, мы вот строим мост какой-то гигантский мост, много сотен метров, и на 99% мы построили, но осталось там чуть-чуть какое-то перекрыть, один пролет маленький, но мы не доделали это, и этот мост полностью бесполезен, никак его нельзя использовать. Хотя на 99% сделана работа, да? Но преданное служение, даже Кришна говорит, да, во второй главе, что даже любой результат, он действенен, да? Почему? Потому что оно никогда не заканчивается.
Результат преднослужения – это еще преднослужение. Оно никогда не заканчивается. И оно совершенно на любой стадии. На любой стадии. 1% сделает это совершенство. Дальше мы продолжим. Продолжим просто. И очень интересно, что поэтому результат, результатом преднослужения является преданное служение, да, само по себе. Само по себе. Вот, как деятельность, так и сама деятельность. И поэтому в нашей деятельности мы не должны привязываться к результату. Не должны привязываться к результату. Почему? Кришна объясняет, потому что он, от него исходит этот результат, он не исходит от наших усилий. Результат дает сам Кришна. Сам Кришна. В этом смысле результат для нас не важен, вот именно в этом смысле. Но все усилия, которые ты только можем, да, мы прикладываем для, для осуществления этого результата, но при этом мы понимаем, что результат от нас никак не зависит, его дает Кришна. И поэтому мы не расстраиваемся, да, преданного никогда не расстраивается. Шабрупана, он когда приходило ли много людей, да, или мало людей, и преданные ученики, они говорят, вот неудачная программа, сегодня там мало людей будет, или такая удачная программа, много тысяч людей. Шабрупада так не думал, никогда, говорил, нет, здорово, пришли люди, и он также проповедовал. Также любой нашей деятельности, это удивительно, бхакти, да, и в конечном итоге, да, отречение, наше отречение, да, в преданном служении в том заключается, что мы должны задумываться о желаниях Кришны, и отречься от собственных желаний. Это отречение, оно не является аскезой, тогда не будет аскезой, да? Оно, наоборот, будет блаженством, определенным блаженством. То есть, отрекусь от своих желаний, материальных желаний, ради осуществления желаний Бога. Ради осуществления желаний Бога. Вот это отречение, да? И оно невозможно без сатсанги, да? Без общения, правильного общения с личностями, которые посвятили свою жизнь исполнению желаний Бога, да? Садху, святыми личностями. Невозможно вот этого настроения получить самому как-то, да? Невозможно. Нашу свабхава рактасия, да, это вот то, что Нарада Муни говорит, привязанность к чувственным наслаждениям. Тем или иным образом мы будем и под видом религии, под видом как-то, потому что мы находимся в гунах природы, да? Гуны природы на нас действуют, но личности, которые вне их, а кто это? Те, кто, Кришна объясняет, да? Это 26 стих 14 главы Бхагавад-гиты. Тот, кто постоянно занят преданным служением, не отклоняясь ни при каких обстоятельствах, он выходит из-под влияния гун природы, да? Достигает духовного уровня, уровня брахмана, и начинает, и занимается преданным служением, чистым преданным служением. Такие личности, которые, да, мы можем видеть, святые, мы должны с ними общаться и перейти к вот этому отречению, да, узнать, каково же желание Кришны, каково же желание Кришны. И Шабрупада однажды дал описание такого чистопренного, такое очень поэтичное. Описание, однажды они гуляли в Чикаго утром на прогулке, и он увидел одну машину, очень красивая машина, американская, и она, марка ее называлась Thunderbird, буквально громовая птица, да, громовая птица, такая громадная машина. И Шабрупада спросил учеников: Thunderbird, у вас есть такая птица, существует такая птица? Ученики сказали, что вроде нет, вроде это предание индейцев, да, такие, про таких птиц есть, вот от этого пошло это название. Вот, какие-то индейские легенды, да? Прабхупада сказал, но вот в Индии есть такая птица, чатака, ее имя чатака.
И она появляется только тогда, да, когда на небе появляются дождевые облака. И она летает под этими облаками. Почему она это делает? Потому что она пьет воду только из облаков. Она не пьет воду, которая на земле. То есть она пьет воду только дождя, такого дождя. Поэтому она ждет этих облаков. Вот есть такая птица. И ученики, они так послушали, удивились. Или пропадать. А почему вот нам об этом рассказали? Про эту птицу. Чтобы он сказал. Потому что Ачарья сравнивают преданных с этой птицей, да, с чаткой. Преданный подобен этой птице. Так же, как эта птица, она пьет воду только из облака и никогда не опускается на землю. Точно так же преданные, они получают милость только от Кришны, да? И никогда не обращаются ни к чему, что не связано с Кришной. И независимо ни от того, чатака летает, даже если там идет град или молнии или прочее, она не улетает оттуда, она привязана к этому облаку. И также преданный. Кришна может что угодно делать, может наказывать или что-то проявлять. Преданный, как эта птица, думает, что так или иначе будет дождь милости Кришны. Кришна проливает на меня этот дождь. Сейчас или через много жизней я буду принимать убежище только у Кришны, только у Него. Вот такое он привел сравнение. Вот. И вот это качество, да, чистого преданного, которое мы должны тоже прежде, одно из первых качеств, которое мы должны в себе развить, культивировать, это благодарность. Благодарность Богу. Потому что неблагодарный человек никогда не будет удовлетворен. Никогда не будет удовлетворен. Почему? Потому что он будет требовать больше. Да? Вот. Ну, я получил милость, но что-то я не хочу. Такую милость, дай мне вот такую, такую милость, больше, больше милости. Но одно из качеств первое, да, мы должны быть, развивать вот эту именно благодарность, именно вот работать над этим, что, ну, аналитически и как-то вот искренне, да, в сердце смотреть, ну, благодарность Богу, да, потому что с этого начинается смирение на самом деле, да. Благодарности Богу, и благодарность Богу, и благодарность преданным. Благодарность преданным. С этого начинается смирение. Что бы ни делал для нас Бог и преданные, любые мелочи, даже просто то, что они рядом, мы должны быть им благодарны. Потому что говорится, что вайшнавы очень редки, да? Очень редки в этом мире. Даже находиться рядом, великая удача, просто за это можно быть благодарным. И благодарен Богу то, что Он как изменил нашу жизнь, что Он привел нас в общество преданных и как продолжает как бы нам давать милость со всех сторон на самом деле. Приходит милость Бога. Вот. Если мы не будем этого делать, это проявление ложного эго, да, проявление гордости. Поэтому мы должны каждый день говорить спасибо Кришне и преданным за то, что Он сделал в нашей жизни. И таким образом мы почувствуем Его руку в нашей жизни. И потихонечку будем чувствовать связь с Ним, связь с Богом. И когда мы будем часто чувствовать связь с Ним, тогда мы будем потихонечку узнавать Его желания. И исполняя Его желания, да, мы будем отрекаться от своих материальных желаний. Вот там суть религии, суть Бхагаватам. Вот. И Нарада Муни, хотя в такой вот резкой форме, об этом говорит здесь Исадея, ну, начинает об этом говорить. Начинает об этом говорить, что только бхакти является методом, да, и целью, и совершенством. Только бхакти, ничего остального. Можно проповедовать, да, только бхакти. Как-то ее можно украсть, как-то можно косвенно ее подавать, но ничего остального, никаких оставлений не существует.
реальных наставлений. Вот, Хари Кришна. Может, какие-то вопросы если есть? Лекцию. А вот Шрила Прабхупада, он на порой что-то сказали, что резко говорил, вот так надо. Насколько эта прямота, она может быть, ну, вот такой прямой, ну, то есть как бы не косвенно пробовать, а вот так, как есть, вот так. Как почувствовать, чтобы это не было, ну, допустим, Шрила Прабхупада другой уровень, он мог так резко что-то вот сказать, что прямо, без всяких там. Ну, я говорил об этом немножко, что фанатизм, существует фанатизм, да, который, ну, если проповедует фанатично, то это наоборот оттолкнет человека, да? Почему? Потому что мы сами не понимаем то, что говорим. Сами не понимаем то, что говорим. Вот, поэтому мы можем говорить в резкой форме, если мы, ну, реализовали что-то, осознали. Вот, ну и то не всегда, Нужно применять разум. Поэтому это один из видов проповеди, да. Вот, и Шрила Прабхупада, ну, он говорил, что не стоит так проповедовать, да, своим ученикам по многим причинам, То есть для этого нужна любовь, да, к тому, кому ты проповедуешь. То есть есть две виды проповеди. Мы можем любить проповедовать, да, потому что это преданное служение, и вот почувствуйте разницу. Любить проповедовать. А можно любить того, кому проповедуешь. А можно любить того, кого проповедуешь. И надо вот понять вот эту разницу. Если мы не любим того, кого проповедуем, а просто любим проповедовать, это неплохо. Но тогда мы не можем ничего говорить категоричного. Мы можем лучше всего, да, книги распространять или как-то. Но если мы любим того, кого проповедуем, это другое дело уже. И люди почувствуют и оценят это, Как вот недавно было явление Нитьянанды, да? И Господь Нитьянанда, он просто мог зайти в какой-нибудь дом, в любой дом, да, просто вот открыть дверь, зайти, говорит, повторяйте святые имена, это единственное. Спасение в этом веке, это единственная реальность, повторяйте святые имена. Если люди не повторяют святые имена, он просто начинал все там ломать, крушить, разбивать в доме. Смотри, повторяйте святые имена. Люди, значит, хорошо, успокойся, будем повторять. Но при этом они были в экстазе, они никого не сердили. Если вы так будете делать, да, например, то люди не будут в экстазе, да? Или он там заходил в какой-нибудь бар, да, пьяница, все. Там выливал их все, там вино, все вот это. И он говорил, оставьте всю эту ерунду, воспевайте. И они в экстазе воспевали. Если мы так, да, зайдем куда-то, да, то это будет фанатизм, потому что мы не понимаем, мы сами-то не успеваем, да. Вот, а кого-то призываем, ну, это фанатик, как бы. Фанатика надо изолировать. В принципе, правильно. Поэтому проповедь должна быть очень культурной, очень мягкой, очень искренней. То есть вот это категоричная проповедь, это проявление любви, высшее проявление любви человеку, что очень быстро, да, как вот в Бхагаватам тоже в первой песне Видура, да, пришел Дхритараштра, и они были братьями. И просто Видура, просто старший брат, как сам говорит, ты просто, как собака и свинья, как животное, просто живешь, посмотри на себя. Ты думаешь, что ты царь, ты просто хуже животного. Просто вообще стал говорить с большой любовью, и тот принял тот же миг и ушел. Осознал, ушел, как бы там сердце изменилось. Вот, поэтому проповедь должна быть очень мягкой,
И Шрила Прабхупада тут в конце комментария тоже немножко об этом говорит. Он говорит, что в Бхагавад-гите говорит, что человека, привязанного к кармической деятельности, не следует побуждать оставить свои занятия. Цитирую, да, Бхагавад-гиту. Это в третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что мудрецы, они не смущают, да, невестных людей, говоря им какие-то вещи, но они занимают их позитивной деятельностью, сознание Кришны. Иногда это справедливо по отношению к людям, но в конец последнее предложение Кришна Прабхупада говорит, но это далеко не всегда рекомендуется тем, кто встал на путь преданного служения. То есть для преданных, например, можно уже так немножко, тоже не резко, но так прямые наставления уже давай так скажем, да? Прямо наставление говорит, что не надо вот какой-то ерундой заниматься. Лучше заниматься духовной практикой. Вдохновлять, но при этом мы сами должны быть вдохновлены. В духовном мире. А, вопрос был, если природа души наслаждаться, то будет ли душа наслаждаться в духовном мире? Нужно понять, что зачастую материальное представление переносится на духовный мир. И на рай, да, там люди воспринимают, что, например, какая-то картинка рая, например, да, свидетели Иеговы там распространяют картинку. Там люди, они там собирают фрукты, что-то такое, там дом какой-то у них, да. Какие-то животные рядом, они гладят животных, тигры там. Вот, что это рай. Что рай, это там парк культуры есть, есть дом, есть хорошие животные, есть фрукты, да. И ты всю жизнь там живешь, собираешь фрукты, там гладишь тигра. И кажется, это скучновато как-то. Что-то не хочется вечность вот этим заниматься, там яблоки собирать, да? Это материальное представление. Нет, природа души действительно это ананда, блаженство, да? И мы можем почувствовать это, да? Занимаясь духовной деятельностью, какую-то искру этого блаженства. Вот. Но духовное счастье – это то, что постоянно расширяется счастье. И объясняется природа души, ее блаженство, счастье в отношениях с Богом. Счастье в отношениях с Богом. В материальном мире мы все хотим получить счастье в отношениях, получить любовь, да? Это есть разные виды любви, это с детьми, да, с возлюбленным, с родителями. Но в материальном мире это невозможно. Потому что со смертью это закончится любовь, да, в любом случае. И это не бескорыстно в материальном мире, поэтому эта любовь, она гуни страсти – это страдание, реально это страдание. Даже оно… Но с Кришной мы можем реализовать все вот эти отношения совершенно. И эта любовь, она будет совершенна. Это могут быть отношения как родительские, как дружеские, как возлюбленные, как прочие. И в духовном мире это осуществляется. Но эта любовь, она никогда не заканчивается. При наслаждении, да, как я говорил, никогда не заканчивается. Наоборот, как вот какой-то лекции говорил. Вот Ведат говорил, как луч фонаря, да? Луч фонаря. Если мы светим здесь небольшой, дальше на той стене это уже будет дальше, дальше конус, да, он расширяется. Также духовная любовь, перед души в отношениях с Богом, она постоянно расширяется. Это блаженство. Это суть духовного мира. Блаженство, которое постоянно увеличивается перед души. Вот. И материальному разуму это трудно понять, потому что материальный мир – это двойственность мира, да? Что всегда что-то заканчивается, если есть начало, любви есть, будет ее конец, да? Духовная природа духа, она не такова. Это вечность, сачитананда, вечное знание блаженства. И это в отношении с Богом, любовное отношение с Богом. То, что вот ваше самое-самое желание – любви, да, в какой форме вы хотите, Кришна предстает с этим. И именно с вами. С вами. Не то, что
Еще можно, да, представить, что ну, описание, что есть Кришна, пастушки, там миллионы пастушков, да, что Кришна где-то идет, а ты там сзади, и там вот за миллионным пастушком стоишь там, подпрыгиваешь там. Нет, конечно, рядом с каждым пастушком на самом деле. Идет с каждым из миллионов рядом, он потом садится с каждым пастушком. Каждый его кормит, он кормит каждого пастушка, но при этом, и при этом каждый так видит, что как будто Кришна рядом со мной, а с остальными он не видит, да? Вот это духовный мир. Ну, это чисто описание, такие мы можем только в уме, на уровне ума представлять. Но чем дальше мы практикуем, тем более реально эти ощущения, это счастье будет проявляться, и понимание этого, понимание природы духа и понимание истинности его и иллюзорности материи приходит. И это не обман, это реальность. И многие, занимаясь преданным служением, достигли этого мира. Вот. Но именно это служение, через служение Богу, через отношения, да, слуги с Богом. Такова природа, естественная природа души служением. Вот вам совершенство жизни. Вот. И понимание, оно капля за каплей будет приходить, потому что это понимание не на уровне логики, это понимание на уровне вот, духовной энергии, духовной души. Вот. И вот вы узнали об этой цели, и эта цель, она еще будет больше и больше украшаться, проявляться в вашей жизни. Кришна будет как бы вам раскрываться, Он всегда с вами, тоже в вашем сердце. Будет больше раскрываться через служение, правильное настроение. Нейтральное отношение – это предварительная стадия отношений. Это, например, вот отношения деревьев, коровы есть в духовном мире. Но в духовном мире форма, она не статична, да? Дух, он не статичен, материя, она статична, дух, он динамичен. Форма, она может трансформироваться по желанию. То есть, как, например, вот такой пример я слышал в лекции. Вот, Кришна идет с кем-то, да, и его спутник, он хочет исполнить желание Кришны. Он видит, что Кришна хочет... ну, освежиться, искупаться, да, он становится, это спутник, мальчик, например, он становится озером. Потом, конечно, искупался, он становится полотенцем, да, дальше просто, и при этом это, ну, сознающее живое существо. Нам тяжело понять это на уровне ума, да, как это вот полотенце, или дерево, или корова, что-то унизительное, да, или пыль, говорит Вриндаван, каждая пылинка тоже живое существо. Вот такое живое существо, как гопи, да, самые близкие, такое, с таким же сознанием духовным. И как бы форма, она не ограничивается, духовная форма не ограничивается, она динамична. И времени нету в духовном мире, то есть время, оно подвластно желаниям преданного. Там, хочешь, можешь проявить сейчас зиму, хочешь лето, хочешь весну. Времени нет. Время в материальном мире, как бы, время оно убивает, да? То есть оно тихонечку, совершенно чакра, да, представитель времени сравнивается, который уничтожает, да, 360 вот спиц, день за днем убивает. В материальном мире вообще нет времени. И это на уровне ума это не понять, опять же, но нейтральные отношения тоже исполнены безграничного блаженства. Но в нашей традиции мы, как бы Господь Читания, Он и Ачарья не говорят, что мы идем дальше, да? Нейтральные отношения как бы предварительная стадия. Мы какую-то расу уже личные отношения развиваем. Хотя нет ограничений ни там, ни там. Да. Материальные желания, если вот мы их как-то связываем с преданным служением, да, допустим, они одухотворяются? Вопрос, материальные желания, если связываете их с преданным служением, одухотворяются или они? Ну, смотря как связывать. Вот. Смотря как связывать. То есть, есть карма-йога, да? Карма-йога – это то, что я делаю то, что мне нравится, и предлагаю это Богу потом, да?
То есть, например, мне нравится там пицца, я делаю пиццу, я ее хочу вот сегодня, пиццу, делаю, предлагаю эту Богу, и это просад. И это мое желание очищается постепенно. Да. Вон бхакти-йога, я думаю, что нравится Кришне, да, то есть я как бы о себе уже, ну, преданный, он забывает о себе, он думает, что нравится Кришне. Вот, но если материальное желание под видом преданного служения, то это как бы они являются анархами, оскорблением преданного служения. То есть, например, я ну, что я делаю? Ну, самое там возвышенное служение, распространение книги, да, но мой мотив, чтобы я получил, да, за это что-то, да, что-то такое вот, деньги, да, или какое-то там положение, или еще что-то, чтобы мне машину дали, чтобы я распространял книги, прочее, тогда это будет препятствием, прямым препятствием уже преданному служению. То есть на начальном этапе это как карма-йога, это очищение, но потом это уже как препятствие становится. Или на материальное желание. Вот, и мы должны поначалу, да, все материальные вещи занимать в служении, все чувства занимать в служении. Об этом в нектаре наставлений, да, говорится в первом стихе, там Шрила Прабхупада, комментарий, как занимать речь, даже гнев, там, побуждение ума, языка, желудка, гениталии. В принципе, ну, все остальные желания к этому сводятся, да? Как это занимать, но потом мы должны уже думать, какие желания Кришны. Потом это будет уже препятствие. То есть это карма-йога. Карма-йога – это первый шаг, как бы, бхакти-йоги, первое служение. Грантарат, еще, ну, последний вопрос, да? Самыми главными являются наставления второго вида. Нет, все эти наставления, они приводят как бы Богу. И как бы по главности они, в принципе, не различаются. Они различаются по цели, да? Насколько мы видим цель этих наставлений, да? Если мы берем наставление какое-то из вед, но наша цель – удовлетворение чувств при этом, да, мы просто используем это наставление для более изощренного удовлетворения чувств, ну, как бы, ну, духовной, в связи с кармой, в связи с религией, то любое наставление, даже самое прямое, мы трактовать будем неправильно. Я предаюсь, чтобы лучше наслаждаться, да, что вот у меня такой мотив. Но если мы понимаем цель, да, цель, то любое наставление, даже самое косвенное, оно будет чистым преданным служением. Мы будем делать его как чистое преданное служение. Это вопрос сознания. Не вопрос самого обряда, да, наставления, формы, вопрос нашего сознания. То есть внешняя форма, есть цель, и есть наше сознание. Да. Если мы помним о цели, это удовлетворение Кришны и сознание, наше смиренное, искреннее, то любая деятельность будет чистым преданным служением. И наоборот, если мы имеем другую цель и наше сознание удовлетворяет чувство, то любая деятельность это будет уже даже не преданное служение, а даже просто кармической деятельностью превратится. Материальная деятельность под видом религии, под видом Харе Кришна будет материальная деятельность. Вопрос в нашем сознании больше, не наставление. Все наставления так или иначе приводят к Кришне, да? И варнашрама дхарма, да, как вспомогательное, там, и какие-то вещи, но просто для чего мы это делаем? Гранта Радж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананда.